Сварите лимоны вечером и пейте эту жидкость, когда проснетесь. Вы будете потрясены результатами. Чрезвычайно важно, как вы начинаете свой день. Пить теплую лимонную воду по утрам в последнее время – популярный шаблон. Употребляя теплую лимонную воду, также вы не позволяете использовать все суперпитательные вещества, мякоти и кожуры. Проваривая весь лимон, вы сможете получить все питательные вещества, которые лимон может предложить. Посмотрите на этот невероятный рецепт. Для этого нам потребуется 6 лимонов, вода и мед. Приготовление данного напитка очень простое. Разрезать 6 лимонов пополам и залить водой. Вскипятите воду в течение 3 минут. Оставьте кастрюлю, чтобы она остыла в течение 10-15 минут. Перелейте оставшуюся часть теплой воды в стеклянную банку для дальнейшего использования. Преимущество данного напитка: повышает вашу иммунную систему, защищает от простуды, предлагает вам невероятный заряд энергии, помогает пищеварению и регулирует обмен веществ, очищает от многочисленных токсинов, контролирует уровень pH вашего организма, очищает кожу, освежает дыхание, помогает похудеть, повышает настроение, помогая избежать тревоги, увлажняет вашу лимфатическую систему, способствует заживлению. Чашка этого напитка поможет вам начать день наполненным благоприятной энергией, чтобы показать миру, кто вы на самом деле.